Крысы, неприятный запах и горы отходов на Джамбульской исчезли. Новости Прима в рубрике «За Красноярск обидно» рассказывали про стихийную свалку в Зеленой Роще, до которой никому не было дела. После репортажа рассказали нам, местная ситуация изменилась. Владимир Степанович 30 лет живет в Зеленой Роще и несколько недель назад первый раз увидел горы стихийного мусора около дома. Жители обращались в управляющую компанию и в районную администрацию, но помочь им не смогли. Тогда Владимир Сорошкин отправил видео с жалобой в редакцию новостей Прима. После нашего приезда мусор моментально вывезли. А Владимир Степанович за участие в нашей рубрике получил 2000 рублей. Героем наших сюжетов может стать любой житель города. Достаточно записать видео о волнующей вас проблеме и сказать в нем кодовую фразу «За Красноярск обидно». Если мы покажем ваш ролик в эфире, вы тоже получите денежный бонус за свое неравнодушие к городу. История кончилась очень хорошо, что после сразу же вечером, как показали по телевизору, утром уже этой кучи мусора не было. Дай бог, чтобы не повторилось это. Но если повторится, я вторично опять так же сделаю.